Ну что, ты собралась? Нам уже пора выезжать. Да, все собрала. Чуть не забыла, солнцезащитный крем надо взять. В Сочи горах сейчас гореть можно. Опять они без нас уезжают, как же обидно. Мы тоже хотим на море, все, даже звонить им не буду. А что если поехать с ними? Да если бы хотели, то взяли бы нас. Если попросим, то они по-любому откажут. А что если не спрашивать и сделать им сюрприз? А если что-то пойдет не так? Ты не рискуй, тот не пьет шампанского, Оскар. Ну где они, Джонни? Как мы их в огромном городе найдем? Да точно где-то здесь были, надо весь пляж обойти. Я видел, мама отсюда сторис во все выкладывает. Я так и знал, что это плохая идея, нужно возвращаться обратно. Джонни, ты меня вообще слышишь? Если ты сейчас посадишь телефон, мы вообще никого не найдем. Да замолчи ты, мама вон новую сторис выложила. Они на водопадах. Поехали, я уже вызвал такси. Ну что, Оскар, видишь их? Пока нет. Я вообще не уверен, что мы на тот водопад приехали. Ну может хватит уже нудить? Мы приехали по геопозиции, которую мама на сторис прикрепила. Ну все, видишь, здесь их нет. Я не буду больше в этом участвовать. Я поехал домой. Оскар, вон они. Я тебе не верю. Я не вру. Побежали, они уезжают. Что, реально? Стойте, мама, папа. Я же говорила, не здесь. Из-за того, что ты мне не поверил, мы их упустили. Ну звони им скорее. Блин, телефон сел. Что? И мы остались без связи в какой-то глуши? Все это тебя, Джонни. И что нам теперь делать?